Процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от прививки от гриппа. Вас обязательно осмотрит врач. Он измерит температуру тела, посмотрит сатурацию кислорода в крови, измерит уровень артериального давления, пульса, послушает легкие, посмотрит горло, уточнит, есть ли хронические заболевания, а также расскажет о возможных реакциях на прививку. Сразу после вакцинации в течение 30 минут целесообразно находиться рядом с кабинетом врача. Это оправдано. Вы должны убедиться, что все хорошо. Вакцинация не влияет на репродуктивное здоровье, поскольку вакцина не содержит живого вируса. Наоборот, очень важно защитить репродуктивную систему именно вакциной от пагубного и вредного действия живого вируса. В связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции изменилась и клиническая картина. И теперь коронавирус опасен для людей молодых. Клиническая картина утяжелилась, появляются осложнения, возникает одышка, поражаются легкие. Все это быстро прогрессирует. Поэтому людям старше 18 лет наравне со всеми необходимо прививаться и повторно прививаться. Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы, и на сегодняшний день мы не можем научно обоснованно сказать, какой именно уровень антител надежно защитит от коронавируса. Антитела, которые выработались на первоначальный штамм, могут не среагировать должным образом на другой штамм коронавируса. Поэтому так важно в условиях эпидемии вакцинироваться вне зависимости уровня и количества антител. Это рекомендация и Всемирной организации здравоохранения.